В гостях Зінаїда Бондаренко, фізичний терапевт, реабілітолог, тренер по відновленню і реабілітації Олександра Усика. Доброго ранку. Доброго ранку. Я коли читала ваші регалії, у вас просто дуже багато, багато, багато всього, що ви вмієте, робите і чим ви допомагаєте. Зінаїда, як починається ранок реабілітолога? Якісь особливі ритуали? Чи, можливо, якісь особливі речі, які ви повинні зробити от, власне, кожного ранку? Доброе утро. Во-первых, мое утро начинается очень рано. Я с 6-7 утра уже работаю. Поэтому мое утро, оно очень быстро. Я, наверное, быстрее всех собираюсь. При этом всегда люблю быть красивой. Мое утро начинается со стакана воды. Вы снидаете далее как? Нет, я завтракаю через 1,5-2 часа после того, как просыпаюсь. В 6 ранку вы прокидаетесь. В какие тогда вы лягаете спать? Нет, я просыпаюсь даже в 5-6. И вам достаточно целиком? Я уже привыкла. Мне очень нравится такой режим. Я могу утром хорошо поработать, после обеда хорошо отдохнуть. Зінаїда, як ви прийшли до цієї професії? Чому реабілітолог, фізичний терапевт? Це ж, ну, це складна і дуже важлива професія. Да, это была такая незапланированная абсолютно акция. Я в прошлом была в сборной Украины по художественной гимнастике. Класс. И так как спорт отложил свои отпечатки на мою жизнь, я просто искала выходы, как сделать так, чтобы у меня ушли боли, так, чтобы я была здорова. И это был такой, знаете, кропотливый путь, когда я искала, и в какой-то момент поняла, что это есть. Вот, если человек получил травму, можно, это действительно, чи действительно это правда, что можно без каких-то операций поднять человека на ноги, если можно так сказать? Да, если это травма, без разрыва. Конечно, травмы бывают разные. Если нет разрыва ткани, к примеру, если не порвана мышца, если не порвано сухожилие, то мы как раз и боремся за то, чтобы избежать полного хирургического вмешательства. Я сотрудничаю с первым медицинским центром Тель-Авива, с докторами Германии, и мы все за такой подход, чтобы максимально сохранить целостность ткани, потому что целостность как раз мы уже не восстановим. Поэтому если у вас болит колено, то, конечно же, можно восстановить без единого вмешательства. Вы работаете саме с профессиональными спортсменами? Не только, нет. У меня послеоперационные, послетравматические пациенты, очень много пациентов с болями в спине, когда уже отнимается нога, это более такой сложный уровень реабілітації позвоночника. А від чого виникають ці класичні болі в шиї, в спині? Постійно кожен другий, можливо, навіть зараз і перший, жаліється на те, що виникають ці болі. От я, наприклад, можу день ходити нормально, ввечері я розумію, що в мене шия затекла. Від чого це? Давайте вам приведу примір. Що у вас в руках? Планшет. Рядом. Телефон. Сидим мы за монитором компьютера. Наша жизнь, она абсолютно изменилась. Мы все начали сидеть с телефонами неосознанно. Мы же не можем контролировать такую красивую осанку весь день. Мы вместе с телефоном начинаем скручивать наше тело. Выровнялись вот так. Да, я бы сказала, что это такой бич нашего столетия сейчас. Из-за гаджетов у нас меняется абсолютно биомеханика тела. У нас устают мышцы-разгибатели шеи, но при этом слишком сжимается грудная клетка. А як цього уникнути? І симптоматика якраз відчувається в поясничному і шейному відділі. От якраз я сьогодні взяла з собою обладнання, я би вам хотіла показати, це абсолютно інноваційний такий метод. Це просто, ну, абсолютно геніально. Цей метод вже виграв всі конкурси в світі, як найфункціональніше обладнання, от якраз в Україні воно тільки з'явилось. Смотрите, це такі, можете спробувати їх в руках, вони тяжеленькі. Это такие мячики из гипоаллергенного пеноматериала. Як ним користуватися? Они, сейчас расскажу, они такой определенной жесткости. И самое важное, тут есть такая пружинка, которая позволяет подстраиваться под ширину каждого позвонка. Потому что, если вы помните, у нас есть остистый отросток и такие поперечные отростки. Они у нас у всех разной ширины. Плюс возьмите, к примеру, мужчину, там, спортсмена, да, там 2 метра ростом, широкоплечий, либо маленького ребенка. Вот, вот это оборудование без вашего там какого-то специального приспособления само. Тобто можно самому це все робити? Да, все, что нужно, это просто на них лечь. Вот весь метод, он не по отдельности работает, он работает на всех 4 мячиках. Так. Вам нужно просто на них лечь и расслабиться. После 3 минут вы уже ощущаете эффект такого расслабления, в этот момент позвоночник немножко вытягивается, вы даже можете померить после рост, и рост увеличивается до 3 сантиметров, это доказали исследования. А сколько часу потребно заниматься, чтобы были... Как регулярно? Супер вопрос, потому что на самом деле, вот как часто мы чистим зубы?
Минимум двичи на день. Минимум двичи. Для чего мы чистим зубы? Наверное, для того, чтобы кариес... Да, кариес не появлялся, не для того, чтобы его решить. Вот я пропагандирую всегда такие все методы не лечения, а больше профилактики, которые позволяют сохранять здоровье и улучшать здоровье. Поэтому эти мячики, они желательно просто вот занятие 20-минутное делать 2 раза в неделю. На этом построен метод. Но если они у вас лежат дома, валяются, вы пришли усталые, легли, полежали 5 минут, есть время 10 минут, 10 минут. Тут нету такой как бы большой формулы. Сколько есть у вас времени, столько вы на них лежите. Там есть очень много разных упражнений, положений, я бы сказала. Больше для дома, больше положений. Это если уже терапевт, либо тренеры. Я все-таки тренер еще Nike, так. Поэтому тоже могу сказать, что как тренеры мы хотим разнообразить нашу программу, и это мы можем делать в зале. Но для дома достаточно просто лежать в разных положениях, тем самым мы будем улучшать работу грудной клетки. Как вы думаете, что с грудной клеткой, если она вот так зажата? Стискается так? Конечно, да. То есть нам нужно разработать грудную клетку, нам нужно вытянуть позвоночник, ваши боли просто уйдут сами собой. А от стосовно головних болей і мігрені, вони ж теж з'являються непросто, і вони якось взаємопов'язані зі спиною, я так розумію. Абсолютно, абсолютно правда. У нас мышцы шеї в ответ на такое положение начинают запрокидывать голову назад, и маленькие разгибатели шеи, такие маленькие короткие мышцы, они сильно тянут, сильно перенапрягаются, потом стают жесткими, из-за этого сдавливают кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, у нас ухудшается лимфоотток, кровоотток от черепа, и зачастую эта мигрень вызвана вообще внутричерепным давлением. Соответственно, если вы лежите на мячиках, просто лежите, ничего не делаете, у вас эти мышцы расслабляются, потому что вы попробуйте полежать на мячиках, очень глубоко мячики входят в мышцы, это такое, знаете, ощущение через 10 минут, как после глубокого массажа. Они входят, расслабляют, улучшается кровоток, лимфоток, люди начинают чувствовать такое тепло по телу, и сразу мигрени уходят. Як ви ознайомилися з цим методом? Де його знайшли? Ой, я... как это сказать, любители разных конвенций, выставок. Естественно, мы продолжаем учиться все время. Поэтому на одной из конвенций я просто увидела. Когда я познакомилась с этим методом, это было просто гениально. Я попала на мастер-класс. И я за этот мастер-класс 4 раза успела очень глубоко уснуть. Класс. Я тоже так хочу. Я даже не вникала, что это и как это. Я просто поняла, что я хочу. Я хочу. Это просто что-то гениальное. Когда я уже поехала обучаться этому методу, его изобрела доктор Таня Кюне. Оно производится в Германии. Она тоже из Германии. И я, конечно, была в таком восхищении, потому что так много эффектов, которые делают мячики, но так, так просто. Сколько часу вы уже практикуете это в Украине? В Украине это уже больше года. Пошел 2-й год. Угу. И мы до сих пор это не знали. Потому что нужно было наладить вот эту систему доставки и так далее. Как ваше життя изменилось и с приходом пандемии? Потому что все изменилось в світі, и в Украине так точно. Как вы работаете со своими клиентами? Чи виросла от власне кількість клієнтів? Тому що є багато людей, які перехворіли на коронавірус, і такі наслідки були не зовсім приємні. Чи є у вас такі клієнти? Звісно, є. Я сама така, в першу чергу. Я боліла коронавірусом 1,5 місяця. Це була дуже складна форма. При цьому всьому я була вдома. У меня была очень низкая сатурация в какой-то момент. И если честно, если бы не мячики, то я бы, наверное, уже улетела бы. Коренные мячики. Потому что я все время работала над грудной клеткой, и в этот момент как бы больше кислорода могла вдыхать. Просто больше кислорода, не качественного кислорода, как это делает, к примеру, аппарат с кислородом. Что нужно делать сейчас? Нужно, во-первых, убрать панику, понять, что да, у нас изменились реалии. Но в этих реалиях всегда есть и плюсы, и минусы. К примеру, у нас появилось больше времени для семьи, для обучения. Я поступила в 2 вуза параллельно. Продолжаю учиться, пока есть время. Час открытий, как то кажется. Да, да. Клиенты вот как были, так и есть. Ну, как бы, меньше не становится. С некоторыми, мы просто такое нашли комфортное взаимодействие, с кем мы можем работать дистанционно, мы работаем дистанционно. Кому нужно, к примеру, мануальное воздействие, мы работаем в зале. Поэтому люди, которые нуждаются после пандемии восстановления, их много, их действительно много. И я бы тут, наверное, отметила, что болеть иногда легко, иногда сложно, да, у всех по-разному происходит течение болезни,
Но восстанавливаться всем нужно очень кропотливо и аккуратно, потому что возникает такое мнительное состояние, когда ты такой весь уже здоровый, классный, полный сил, и в этот момент можно сделать еще такие большие проблемы для здоровья. Поэтому нужно так шаг за шагом первое время 6-8 недель, причем это говорят и доктора Израиля, и доктора Германии, и наши, кстати, доктора тоже, что нужно 6-8 недель исключить все активные физические упражнения. Можно оставить только упражнения для дыхания, можно какие-нибудь для расслабления мышц, для, к примеру, растяжку какую-нибудь поставить пассивную. Вот такую фигуру. Чи є якась класична структура реабілітації для всіх, наприклад, просто коли болі в спині там, чи болі в шиї? Ну, є якась класика для всіх, рекомендації від вас для наших глядачів? Я советую следующее. Не изобретать велосипед. Если прям сильно болит спина, первое, вы можете взять полотенечко, скрутить его и положить под спину, под поясничный отдел. Колени прижать к себе и расслабиться. Такое расслабление, оно будет влиять на грудопоясничную фасцию, слабо так расслаблять, но хоть какое-то минимальное воздействие вы можете сделать дома. Так как я люблю результат, и я люблю эффективность быструю, но потом ее закреплять, то я бы вот именно для спины, для позвоночника порекомендовала мячики. Вы раз их купили, они у вас всегда под боком, и все. Это как чистить зубы. С чем найчаще до вас звертаются клиенты? Найчастіше, що саме, на що жаліються? У меня как раз разного характера боли, но чаще всего это сложные виды реабилитации позвоночника, когда уже в результате зажимов, либо грыж протрузий, которые подавливают на корешок нерва, отключается из системы, к примеру, конечность, чаще всего одна нога не ходит, так человек может проснуться от острой боли, уже не чувствовать ногу. И моя задача как бы восстановить, во-первых, чувствительность, во-вторых, снова сделать тонус мышц, потому что зачастую теряются мышцы такие, становятся атоничные, и потом уже наладить паттерн ходьбы, паттерн функциональных движений человека. Спочатку, я так розумію, ви робите якийсь масаж. Наскільки він глибокий і що саме в першу чергу ви робите? Да, я спеціаліст по міофасціальному релізу, по міофасціальному масажу, по різним технікам. Якщо ви не знаєте, що таке фасція, да, це така соединительна ткань, которая окутывает каждую клеточку нашего тела, но при этом всем она соединена между собой. То есть это очень важно понять, что от кончиков пальцев ног до макушки мы все соединены одной такой пленочкой, одной сеточкой. Да, да. И если вдруг что-то где-то происходит, к примеру, там у нас травма плечевого пояса, я покажу на своем свитере. Вот. Если у нас здесь травма, то наше тело будет эту соединительную ткань здесь делать более жесткой, тянуть ткани на себя. И по спирали, по диагонали все как бы, клеточки нашего тела будут реагировать. Не бывает травма в одном месте. Бывает взаимосвязь между... Так? Конечно, конечно. Все это взаимосвязано. Это очень важно понимать. Чтобы этого всего не было... Треба постійно що робити? Займатися фізкультурою, як мінімум. Як мінімум. Як мінімум. Я вам, знаєте, як приведу примір. Пам'ятаєте, в Совєтському Союзі тільки хоч... п'ятиминутки. П'ятиминутки кожних 40 минут. Це так важливо. От дійсно, якщо у вас загружений день, если, ну, там не все привыкли тренироваться, да, к этому тоже нужно подойти. Я как тренер могу вам сказать, что, к примеру, люди сидят годами дома, сидят, а потом говорят, все, хочу худеть, хочу идти в зал, хочу быть сильным, и идут в зал. И они неделю пашут не как люди, а как кони в зале. Забивают, сталкиваются с болевыми ощущениями в мышцах, и как бы отвращение идет от спортивного зала еще как минимум на 2 года. Либо до следующего сезона. Прийшли тиждень, попрацювали, на 2 роки закинули. Поэтому я за такие виды тренировок, хотя бы на моменте входа, к примеру, суставная гимнастика, легкие виды пилатес, йога, когда мягко можем входить. Либо, если это функциональный тренинг, не обязательно брать сразу тяжелый вес. Можно делать те же приседания своим, просто со своим весом и получать фан. Должно быть все фаново. Зараз эра, коли все в соцмережах. Чи ведете ви якийсь свій YouTube, чи, можливо, десь є відео, де ви рекомендуєте людям там якісь вправи, чи...
Є у вас таке? У мене є зараз інстаграм-страничка, і в сторіс я ділюсь якими-то советами. Вот. А с Ютубом, видите, это как знак. Мне уже не один человек говорит, пожалуйста, давайте. Потому что я в Украине обучаю специалистов. И вот сейчас, моментом пандемии, когда нет такой большой возможности встречаться, я провожу онлайн-курсы, но это так, они редко. Всі кажуть, ну когда? Я чому запитала, тому що попереду в Україні 3 тижні локдауну з 8 по 24 січня. Ви знаєте, 3 тижні щось треба робити. Я ж теж чоловік. Я поставлю ёлочку. Я буду з сім'єю. Вот. Як реабілітується Олександр Усик? Во-первых, Олександр – це мощнейший спортсмен нашої сучасності, і у нього потрясающая команда, тому що це мощная структура. Кожен чоловік швидко організовано відповідає за свої дії, і це как бы облегчає всю систему. С Александром мы соприкасаемся следующим образом. Я владею многими техниками, как улучшить гибкость, как создать большую подвижность в суставах, как сделать так, чтобы выводить больше молочной кислоты из мышц, чтобы мышцы все время были функциональны. Потому что если, к примеру, мышца все время укорочена, то когда мы будем сгибать конечность, у нас могут быть микронадрывы, что, собственно, у него год назад и произошло в подготовительном процессе. Поэтому необходимо, помимо тренировок профессиональных, что Александру Усику, что любому другому спортсмену, вот есть профессиональная деятельность. Кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то боксирует, кто-то играет в гольф. К этому тренировочному процессу необходимо добавлять такую, я бы сказала, реабилитационную разминку до тренировки. Это 10 минут, но они спасают все суставы, все мышцы от лишней перегрузки. И в конце хотя бы раз в 2 дня делать там полчаса правильной заминки, которая тоже будет выталкивать молочную кислоту из мышц. С командой Саши очень-очень комфортно работать, потому что тренеры, они прям как губки впитывают знания, они ходят с камеры, они снимают каждое упражнение, они спрашивают, задают хорошие, качественные вопросы, поэтому это сотрудничество одно удовольствие. Наостанок, що побажаєте нашим глядачам, що, можливо, порадити, чим зайнятися на локдауні новорічному, на новорічних канікулах для того, щоб тримати себе в формі. Це вже для тих, хто постійно займається спортом, і, можливо, для тих, хто тільки починає, як сказати, входить у цей великий спорт. Що їм робити, щоб Хорошо. Це так, було як приємно? Все-таки, все-таки фізичний терапевт, я вам посоветую следующее. Первое. Вот пометьте себе, что нужно всегда заботиться о своей стопе. Как девочкам, так и мужчинам. У нас сейчас обувь красивая, но, к сожалению, не функциональная. Да. Поэтому я советую делать массажи стоп. Есть такие специальные мячики для стопы. Кому интересно, можете у меня там на страничке спросить, я отвечу, что это такое. От стопы будет зависеть наша осанка, наше положение позвоночника в большей степени. Второе, я посоветую, конечно же, заботиться о позвоночнике каждый день. 5-10 минут в день, и поверьте, где-то 70% всех ваших заболеваний уйдут сами собой. Вот просто будет здоровье, так и брызжет из вас. Да, и третье, конечно, пока локдаун, пока все-таки пандемия не закончится в один день, даже если локдаун закончится, да, это какой-то период, мы должны подстроиться под новые реалии. Необходимо заботиться о легких. Работать над дыхательными упражнениями, над разработкой грудной клетки, чтобы потреблять больше кислорода. От так. Дуже вам дякую. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що в нас в гостях була Зінаїда Бондаренко, фізичний терапевт, реабілітолог і тренер по відновленню і реабілітації Олександра Усика. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся нас і підписуєтеся на наш YouTube-канал. І не забувайте за дзвіночок, який буде нагадувати вам про найактуальніші і найсвіжіші новини телеканалу «Правда тут».